Типичная Москва, пробки на дорогу. Каково твое первое воспоминание? Кто трясет, тот сосет. Ну, давай. Ага, секретики от бабки. Я, прости, мими. Молчание, слушать. Но я тоже извинюсь. Прости, я думала... Нет, ничего страшного, солнышко. Ты никогда не показывал мне этот альбом, это секрет. Обычно я держу его на чердаке. Оу. Что это за альбом? Что это такое? Старая вещь, которой уже десятки лет. Этот альбом очень важен для меня. Мы с твоим дедушкой писали друг другу письма на этих страницах. Значит, это ценная вещь? Да, но, может быть, знаешь что? Почему бы тебе не забрать его? Это потрясающе! Красиво! Нужно сфотографировать... Что ты здесь делаешь? Ты вор с рынка! Я не вор. Не смой больше так говорить. Я лишь беру на время. На время? Все не так. Они получат свои вещи назад. И даже больше, когда я найду сокровище Кулобра. Кулобра? Это огромный дракон, который спит на дне Дордонии и охраняет великое сокровище. Этого хватит, чтобы расплатиться с людьми с рынка? Чтоб меня все полюбили. Что это такое? Потрясно! Мими, поздоровайся с Куламбром. Настоящая легенда. Ну же, Мими, поторопись. Да тороплюсь я. Бабушка! 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 А? Что? А можно позвать моего друга сюда? Пожалуйста, пожалуйста. Он совсем один и голодный. Да, конечно. Почему бы нам не поесть снаружи? Вид красивый. Приготовим что-нибудь простенькое. Это Рено. Рено! Ты был рядом, когда Нора умерла? Да, она не была одна. Ее окружали друзья. В ее жизни было много хорошего, вдали от ее семьи, вдали от тебя. Она не хотела перечить твоему отцу. Мой отец, он... Нора, в конце концов, его простила. Я могла бы плакать или рассказывать, каким красивым было лето и каким оно было в следующие годы. Годы, когда твой отец забрал тебя и защищал от меня, были тяжелыми и одинокими. Врать не буду. Я все думала о том, что должна была сделать, сказать. Но это все в прошлом. Что сделано, то сделано. Ох, Мими, моя дорогая Мими, как бы я хотела сказать тебе эти слова лично, а не в письме. Однажды я тебе сказала, места, вещи, люди проживают множество жизней. Жизнь долгая и бесценная история. Поэтому тебе придется написать ее самой. Исследуй свою жизнь, словно прекрасную долину в жаркий летний день.
Замечай цвета и звуки вокруг, как ты делала раньше. Ты уверен, что это та же кошка? На 100%, клянусь. Глубоко вдыхай перед каждым испытанием и после каждого успеха. И что важнее, рассказывай всем о жизни, о взлетах, о падениях, делись этим, пусть ничто тебя не останавливает. Моя дорогая Мими, прости меня, я благодарна, я ухожу счастливой. Твоя Нор. Бабулю жалко. Такая вот игра у нас была, ребят. Растрогалась. Не знаю, что сказать. Короче, вы все видели. Вот. Если у вас есть бабули рядышком, обнимите бабулю. Потому что очень много бабуль как раз-таки живут в обособленную жизнь. Только в детстве мы к ним приезжаем и о них забываем по каким-то своим причинам. Я не буду, короче, вот в это все сейчас. Давайте не будем. Просто закончим это видео.